тебе конь огонь? Здравствуйте, глубоко уважаемые любители планерного спорта. Я, видите, тут в кабине нашего любимого планера нового. Вот, и сейчас поднимаюсь уже не с инструктором Томасом, а сам. Ну так, петлю я умею, остальное придет. Вот, теорию я читал, что надо так тянуть, сяк тянуть. Вот, радует, конечно, что это крепкая машина, держит перегрузку до 6,5G. И, в общем-то, я сейчас попробовал, перед этим позорные были несколько подходов, но в целом она делает все, что угодно. То есть, и как-то немножечко поспокойнее стало. То есть, даже если воткнуть нос в землю, она, конечно, разгоняется, но крылья толстенные, она это делает все-таки достаточно умеренно. Тебе нравится то, чем мы сейчас занимаемся? Безумно нравится все, что связано с воздухоплаванием. Да, вот мы по воздуху плаваем, летаем мы. Вот. Ну что, ты как пилот, никогда не крутивший пилотаж, готов отжечь чуть-чуть? Ну, с инструктором, который не умеет пилотаж крутить. Всегда бывает первый раз. Всегда бывает первый раз. Вот, вот наш гаврончик уходит вниз. Значит, сейчас делаем просто петлю обычную. Одну. Для этого. Вот, 2300. Оп! Видишь, очень просто все. А теперь я разгоняюсь до 200. И делаю петлю. А вот в этом положении даю ручку. Бочка, да? Ну, типа бочки. Я ее еще не умею делать. Дебельман, полубочка. Я еще тот пилотажник. Но просто в теории знаю, что похоже должно быть вот так. Так, можем попробовать перевернуть полет, если не дается. Давай попробуем. Сейчас. Оп. Один еще минимум сделаем. Не, неправильно что-то делаю. Совершенно. У меня планер в нос в землю втыкает, а он это делать не должен. Так, давай попробуем перевернутый, что ли, разочек. Это нужно разогнаться. Ну, может быть, так сильно. И теперь перевернуться. Вверх ногами. И вот в этом положении отдать ручку. Вот так вот. Ремни проверять надо. А? Ремни проверять надо очень внимательно. Ты улетаешь, да? Не-не. Ну, правильно. Ну, так, сколько уже? Перегрузка минус 0,92 поднялась. Ну да. Так что. Ну что, попробуем еще раз. Типа а-ля Эмельман, что-то такое позорное. Похоже на Эмельман. Нет, надо учить теорию. Учить теорию. Я еще так себе пилотажник, но... О, я тебе дотю вырус, а, супер, ой, с дибрикой. Ого-го. Кто продал? Кайп Шук Шлейваро. Да, давай. Вперед. Ты довел? Ага. Ого-го. Кто продал? Ага. Ну как, первый ты мотор. Давай. Угу. Вау!
ir taip žinom. Mhm. Ir namo reikia jau. Nu sunkiai, ugh. Ugh. Ok, apsiverčiam. Aipa, pasim greičio reikia, kad apsiverčiam. Gerai, tą pusę. Ir dabar skrisim žemyn galvą. Aha. Greitis. Greitis didėja, veikia, op. Aha, supratau. Ir dabar atsisukam į palūkį. Aha, posūkį darom, supratau. Aha. O galvo kaip įdomu. O. Kilpas padarysim. Sustosim viršui apsivertę, gerai? Gerai. O, laikom. Ir gerai, traukiam. Op. Čebatą negali var padaryt, bet čebatą gali. Sukam. Čia jis jau nieko negali. Reikia grįžio daugiau. Самолет впереди, видишь, не спустил.